Павел, прочитай мне гороскоп. Он на последней странице газеты. Павел, прочитай мне гороскоп. Он на остатней странице газеты. Павел, прочитай мне гороскоп. Павел, прочитай мне гороскоп. Он на последней странице газеты. Он на остатней странице газеты. Павел, прочитай мне гороскоп. Павел, прочитай мне гороскоп. Он на последней странице газеты. Есть на последней строне газеты. Ах, Дорота, ведь это же глупости. Ах, Дорота, przecież что глупоты. Дорота, ведь это же глупости. Дорота, przecież что глупоты. Ведь это же глупости. Прежде что глупоты. Под каким ты знаком? С под якого есть знаку? Под каким ты знаком? С под якего естэш знаку? Никакие это не глупости. То не сон жадны глупоты. Никакие это не глупости. То не сон жадны глупоты. Я родилась 31 июля, поэтому я лев. Уроджи вамще 31 липца, венц естэм спод льва. Я родилась 31 июля. Уродживамся 31 липца. Поэтому я лев. Венсъестем с под льва. Я родилась 31 июля, поэтому я лев. Уродживамся 31 липца. Венсъестем с под льва. Ну хорошо, лев. Но добже, лев. No tut nie o Ale no, tu, no, tu, no, tu, no, tu nie ma nic o przyszłości. Jest tylko o to, какой u тебя charakter. Jest tylko, jaki masz charakter. Есть только о том, какой у тебя характер. Есть только маш характер. Прочитай. 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 Ты не знаешь, какой у тебя характер? Тяжелый. Не який якимаш характер? Ченшки. Ты не знаешь, какой у тебя характер? Тяжелый. Не веш, яки маш характер? Чяншки. Лев уверенный в себе и гордый. Лев ест певный себе и думны. Уверенный в себе и гордый. Певны себе и думны. Лев уверенный в себе и гордый. Лев ест певный себе и думны. Очень важно ему быть в центре внимания. Бардзо залежиму на бычу в центру уваги. Очень важно ему быть в центре внимания. Бардзо залежиму на бичу в центру уваги. Очень важно ему быть в центре внимания. Бардзо залежиму на бичу в центру уваги. Очень важно ему быть в центре внимания. Бардзо залежиму на бичу в центру уваги. Любит управлять другими и говорить им, что надо делать. любит керувач инными и мувіч ім, цо мае ён робіць любит управлять другими. Люби керовач инными. И говорить им, что делать. И мувич им, со он робич. Любит управлять другими и говорить им, что делать. Люби керовач иными. И мувич им, со он робич. Бывает эгоистичным. Быва эгоистичный. Пока ничего не сходится, но читай дальше. На разе ниц не сгадза, але читай далей. Пока ничего не сходится. На разе ниц че не сгадза. Но читай дальше, але читай далей. Пока ничего не сходится, но читай дальше. На разе ниц не сгадза, але читай далей. Лев решительный, смелый, оптимистичный. Лев ест сдецидованный, отважный, оптимистичный. Решительный, сдецидованный. Смелый, отважный, оптимистичный, оптимистичный. Лев решительный. Лев ест сдецидованный, смелый, оптимистичный. Одважны, оптимистичны, имеет организаторский талант и чувство юмора, ма талент организацийны и почувстве хумору, чувство юмора, почувстве хумору, имеет организаторский талант и чувство юмора, ма талент организацийны и почувстве хумору, верно, общим, верно Овшем, иногда бывает безответственным, но также много работает, чтобы достичь успеха. Часами бывает неотповедельный, але теж тяжко работает на свой успех. Иногда бывает безответственным, часами бывает неответственным, но также много работает, чтобы достичь успеха. Але теж тяжко работает на свой сукцес но также много работает, чтобы достичь успеха, але теж ченшко працуя на свой сукцес. Иногда бывает безответственным. Часами быва неотповедяльны. Но также много работает, чтобы достичь успеха, але теж ченшко працуя на свой сукцес. Видишь, это правда. Видишь, то правда. А сейчас прочитай мне свой гороскоп. А я тебе скажу, сходится ли он. А терас прочитай мне свой гороскоп. А я тебе повем, чи се сгадза. А сейчас прочитай мне свой гороскоп. А терас прочитай мне свой гороскоп. А я тебе скажу, а я тебе скажу, сходится ли он. А я тебе повем, чи се сгадза а сейчас прочитай мне свой гороскоп. А терас прочитай мне свой хороскоп. А я тебе скажу, сходится ли он. А я чи повем, чи сгадза. Сходится ли он, чи с сгадза. Весы. Для весов самое важное — это спокойствие и хорошие отношения с людьми. Вага. Для ваги наиважнейший есть спокойствие и добрые релации с людьми. Для весов самое важное. Для ваги наиважнейший – это спокойствие и хорошие отношения с людьми. Есть спокой и добрые релации с людьми. Для весов самое важное – это спокойствие. Для ваги наиважнейший есть спокой и хорошие отношения с людьми – и добрая релация с людьми. Не любит конфликтов и дискуссий. Не любит конфликтов и дискуссий. Верна. Есть верна. Элегантно, вежливо, обладает хорошим вкусом. Элегантска, упшейма. Ма добрый густ. Элегантно. Элегантская. Вежливо, упшейма, обладает хорошим вкусом, ма добрый густ. Вежливо, упшейма, имеет хороший вкус, ма добрый густ. Вежливо, обладает хорошим вкусом, упшейма, ма добрый густ. Бывает нерешительно, бывает нездецидовано. Бывает нерешительно, быва нездецедована, часто не имеет своего мнения, часто нема своего здания, часто не имеет своего мнения, часто нема своего здания. Бывает нерешительно, быва нездецедована, часто не имеет своего мнения, часто нема своего здания. Это правда, я права? То правда. Мам рация? Я права? Мам рация? Я не знаю, но, наверное, я в это не верю. Я не вем, але в то не веже. Я не знаю. Я не вем, Но, наверное, я в это не верю. аля хыба в то не веже. А во что ты веришь? Овцо а вежешь. А во что веришь? А в что вежишь? Верю в науку. веже в науку. Верю в науку. Вежа в науку. И что наука говорит о человеке? И что наука муви о человеку? И что наука говорит о человеке? И что наука муви о человеку? Например, Гиппократ сказал, что есть четыре типа личности. Например, Hipokrates powiedział, że są cztery typy osobowości Introwiert, ekstrawert sangwinik i melancholik, introwertyk, ekstrawertyk, sangwinik i melancholik. Na Na przykład Hipokrates powiedział, że jest cztery typy liczności, że są cztery typy osobowości. Cztery typy liczności. Cztery typy osobowości. Na premier Gipokrat skazał, że jest cztery typy liczności. Na przykład, Hipokrates powiedział, że są cztery typy osobowości. Tak horoskop to że to opisuje, tylko drugimi słowami i bolno. Przecież horoskop też to opisuje, tylko innymi słowami i bardziej szczegółowo. Так ведь гороскоп тоже это описывает. Пшечеш хороскоп те, что описывает. Только другими словами и более подробно. Только иными словами и барджей щегуово. Только другими словами и более подробно. Только иными словами и барджей Потому что есть 12 знаков зодиака, а не только 4. Bo jest aż 12 znaków Zodiaku, a nie tylko 4. Potem jest 12 znaków w Zodiaku, a nie tylko 4. Bo jest aż 12 znaków Zodiaku, a nie tylko 4.